Здравствуйте, меня зовут Фролова Светлана Анатольевна. Я доктор-терапевт, кандидат медицинских наук, детский стоматолог клиники Академии дентальной имплантации. Очень часто пациенты спрашивают меня на приеме, а что это за черные точки и черточки у меня на зубах, доктор, и нужно ли это лечить? Это называется фиссурный кариес. Все наши зубы имеют неповторимую анатомию – бугры и фиссурки. Фиссурки – это бороздки в наших зубах. Они имеют форму черточек и со временем могут пигментироваться. Фиссуры имеют разную форму. Они бывают плоскими, а бывают очень узенькими, ампульной формы, щелевидной формы. Фиссуры очень сложно вычищать обычной зубной щеткой. И в этих фиссурах скапливаются бактерии, их продукты жизнедеятельности и налет, что приводит, конечно же, к развитию кариеса. Основным методом диагностики кариеса является зондирование фиссур на приеме врача-стоматолога. Только при зондировании фиссуры мы можем определить, необходимо ли ее лечить или достаточно провести герметизацию фиссур, или просто понаблюдать за этой фиссурой. При зондировании определяются участки размягчения, и такие фиссуры необходимо вскрывать, препарировать и проводить лечение уже по среднему или глубокому кариесу. Фиссуры, которые не пигментируются и не изменяются в течение 4 лет, не подлежат лечению, а также широкие фиссуры, из которых легко вычищать налет. Фиссуры узенькие часто бывают у детей. Для того, чтобы предотвратить кариес у детей, мы проводим герметизацию фиссур. Это можно делать в течение 3-4 лет после прорезывания зуба. Фиссуры незрелые, и таким образом мы запечатываем фиссуру, где происходит ее дозревание, и мы снижаем распространенность кариеса почти на 50%. Дорогие друзья, я приглашаю вас и ваших детей в клинику Академии дентальной имплантации на консультацию, профессиональное лечение и профилактические мероприятия.